Губернатор края Александр Ткачев вместе с семьей присутствовал на службе в Свято-Троицком храме станицы Новодонецкой. Это один из старейших храмов Кубани, восстановленный несколько лет назад. Мы весь пост шли через это. Мы понимали страдания Христова. Особенно эта неделя была очень тяжелая для нас, для всех. Вот мы постились, и сейчас с таким радостным настроением мы будем встречать Христово воскресение. Все мы боговеруем. Приехали, как говорится, отдать свою дань, чтобы на душе стало легко, пасочку посвятить, привести деточкам своим. Перед торжественным богослужением прихожане собрались около храма в ожидании благодатного огня. Его доставил настоятель. От привезенного со святой земли пламени верующие зажгли многочисленные лампадки и свечи. По традиции, в ожидании Христова воскресения в храме при свечах прозвучали последние молитвы и песнопения Великой Субботы, после чего прихожане храма совершили крестный ход. Благовест возвестила о великой минуте воскресения Христова. Старые казаки, когда были, к этому дню готовили новую одежду, значит, и чтобы все старое, все себе сбросить, а в новой одежде прийти, и, значит, и после поста прийти к Пасхе. Чистой душой, чистой совестью. Самый главный христианский праздник отмечают дольше остальных. 40 дней вплоть до Вознесения можно приветствовать друг друга словами «Христос воскресе», угощать куличами и дарить крашеные яйца. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.